Всем привет! И сегодня у нас очередная распаковка. Как вы уже поняли из названия, здесь у нас находится флешка. Оценена, кстати, в $10. Добралась очень быстро, реально очень быстро, 18 дней. Я считаю, это очень быстро. С учетом того, что посылка, она шла через Москву, посылка из Москвы к нам идет минимум одну неделю, 17, то есть 7 дней. Поэтому получается, что из Китая в Москву она приехала всего за 11 дней, что очень-очень быстро. Куплена она была за $13.42. И здесь у нас должна быть оригинальный Transcend на 32 гигабайта премиум. Очень-очень-очень скоростной. Как обещает, 45 мегабайт в секунду. Класс 10. Вот так вот она еще у нас выглядит. Продавец положил в подарок адаптер. Видите, потому что она у нас без адаптера. Адаптер чисто идет в подарок, плюс такой вот еще комиксы. Не знаю, что это такое. Ну, естественно, 5 звезд, тыры-пыры. Ладно, сейчас проверим, посмотрим. Итак, почему все-таки я решил купить флешку в Китае? Да просто потому, что если это оригинальная, если это настоящая флешка фирмы Transcend, то у нас такая флешка стоит минимум на 500 рублей дороже. Это если зайти куда-нибудь в компьютерный магазин. Если же зайти в магазин, там где мобилки продают, фотоаппараты, все для фотоаппаратов, для камер, то такая флешка у нас стоит где-то на 1000 рублей дороже. Я не сторонник того, чтобы покупать флешки в Китае, потому что, в принципе, цены одинаковые. Но вот именно что касается вот таких флешек премиум, то вот эти флешки на Алиэкспрессе оказались дешевле. И я решил действительно купить и попробовать, и посмотреть, стоит ли покупать или нет. Ну и сейчас с вами вместе мы проверим ее на подлинность. И на скорость, к сожалению, полную скорость я проверить не смогу, потому что картридер мой USB 2.0, я заказал уже достаточно давно картридер с интерфейсом USB 3.0, но, к сожалению, он еще не добрался. Как доберется, будет обзор на картридер, и проверим еще раз вот эту флешку на скорость. Поэтому проверяем пока то, что имеем в руках. А именно, выходим на сайт Transcend и регистрируем ее по серийному номеру. Она сразу увидим, подлинная она или нет. Итак, вот здесь внизу у нас находится серийный номер. Я его весь вам показывать не буду, что логично, да? Вводим его на сайте Transcend в личном кабинете. И, соответственно, видим, что флешка у нас проверку подлинности прошла. Нам показало, что да, это у нас microSD XS и HC. Ну, то есть, то, что мы держим в руках. 32 гигабайта, премиум, 300X. Все совпало. Также мы видим, что у нас пожизненная гарантия на эту флешку. Фирма Transcend нам дает. То есть полностью вот номерок, вот это все у нас все совпало. И все чудненько. То есть это уже не подделка, это настоящая фирменная карта на 32 гига Transcend. Ну и теперь давайте проверим ее на скорость. Тестировать я ее буду вот в таком картридере через вот этот переходник подарочный, который мне прислал китаец. Еще раз напомню, что скорости у нас будут меньше, потому что все-таки это USB 2.0, а не 3.0. Но, тем не менее, даже на нем у нас класс не может быть ниже 10. То есть сейчас мы протестируем ее на скорость и на объем.
Запустим вот эту такую программку H2 Test V. Выбираем английский язык. Выбираем нашу флешку. Окей. Так, и выбираем все имеющееся пространство. Вперед. И смотрим, ждем результаты. Сейчас все увидим. Итак, что мы видим? Карта абсолютно честная. Абсолютно честных 32 гигабайта. Абсолютно честный класс. На вот этом стареньком медленном картридере она показала скорость записи 11,7 мегабайт в секунду и чтение 29 мегабайт в секунду. Емкость абсолютно все соответствует. То есть карта подлинная, карта настоящая, не подделка, не фальшивка и недорого. Поэтому покупать очень даже можно. В принципе, очень рекомендую. Продавца присылает очень быстро, все соответствует, все заявлено. Все супер. У продавца на данный момент два вида. Есть 16 гигабайт и есть 32 гигабайта. Но, возможно, где-то есть у него и 64. Я просто в его магазин не выходил, не смотрел. Потому что 32 гигабайта, честно говоря, мне хватает с головой. Вот просто с головой. Я даже вот ходил на Демерджи в горы, брал с собой еще несколько флешек. Фотоаппарат у меня стояло тоже на 32 гигабайта. Вот такая вот тоже Transcend, тоже 32 гигабайта. И мне ее хватило на все 3 дня. Вы видели, получилось в общей сложности где-то там почти 2 часа видео. Это уже смонтировано, с учетом того, что наснимал-то я намного больше. Я не все вам показал, то, что снимал. Так что, ну вот, сейчас тут уже тоже многое отснято. Я вчера снимал тоже где-то, не знаю, сколько, но долго. И тем не менее, 148 минут я еще могу заснять. Хотя, я же говорю, что отснято там достаточно и фотографий, и видео отснято. Вот так. То есть, в принципе, материала тут достаточно. Маленькое дополнение. Есть у меня еще вот такой вот картридер. Какой-то, ну, подарочный. Пришел с каким-то телефоном из Китая в подарок. Так вот, вот этот картридер с этой флешкой работать просто не захотел. Пишет, отформатируйте флешку, и типа не может найти ее и тому подобное. А вот с этим картридером все супер, все отлично, все работает. Вот этот картридер я покупал у нас в магазине в компьютерном. И в принципе он достаточно шустрый, мне он нравится. Так что имейте в виду, что не все картридеры умеют работать с флешками объемом 32 гигабайта. 16 гигабайт этот картридер видит, 32 гигабайта не видит. Я сейчас проверил еще на одной карточке. Вот 32 он не видит. Поэтому если вы получите вот эту флешку, купите, и у вас что-то подобное, подарочное из Китая, и напишет «форматировать флешку», не спешите ее форматировать. Просто возьмите другой нормальный картридер. Ссылочка на карту внизу, на продавца, на лот внизу под видео. Выходите, смотрите, покупайте. Я рекомендую.